Home Moving? А что это такое? А ты что, не знаешь? Это был такой канал на YouTube. Замечательный такой канал. Почему? Дело в том, что авторы канала снимали короткие видео для пражского зоопарка. Много замечательных историй о нас рассказали. Им даже дали специальный приз. Ну что? А то у них было столько материала, что они решили создать свой канал на YouTube и назвали его Home Moving. И он стал более популярным, чем официальное видео зоопарка. Количество просмотров быстро перевалило за миллион. Появились сотни подписчиков. Мы с братишкой стали просто звездами, потому что все смотрели «Блондинечок». А я, между прочим, стала героиней фильма «Life in a Day». Да-да-да, нашу нору весь мир увидел. Ридли Скотту из одной только Чехии прислали почти 500 видео. А выбрали нашу нору. Нет, это я настоящая звезда. Фильм обо мне получил приз на фестивале «Хронограф». Да, нам было чем гордиться. Ну а теперь скажите, что в один прекрасный день... Да, именно так оно и было. И что теперь делать? Как что? Начать все сначала. Так в чем проблема? Мы готовы, команда готова. А кто они такие? Тогда чего не хватает? Как всегда, не хватает денег. Денег на что? Нам гонорар не нужен. А камера, а штатив, а микрофон, а софтвер, а много-много других мелочей. Например, транспорт и входной билет. А время за 5 минут сюжет не снимешь. Надо сидеть и ждать часами, пока мы не соизволим сыграть свою роль. Они это называют производственными расходами. Но если все получится, тогда канал будет независимым, и никто не сможет его закрыть. И весь мир нас снова увидит. А каждый спонсор получит свой бонус. Торопитесь, а то я вырасту. И я вырасту. И мы вырастем.